Меня зовут Евгения, и я всех-всех рада видеть на своем канале Хэппи Женя. Для тех, кто не знает, я сторонник здорового образа жизни, естественного омоложения, 10 месяцев живу в Ирландии, и сегодня у меня к вам очень-очень большая новость. Кстати, хочу сказать еще для тех, кто совсем меня не знает, мне 55 лет, да. На моем канале много спортивных видео, видео про Ирландию, но речь не об этом. Сегодня совершилось такое событие, честно говоря, я вообще сама от себя такого не ожидала. Ба-бам, барабанная дробь, и я вам говорю величайшую тайну. Сегодня у меня было посвящение в студенты. Да, я стала студенткой английской самой лучшей школы в Ирландии. Ну, она входит в рейтинг самых лучших школ в Ирландии. Да, школа платная, школа очень дорогая, но я заработала честным трудом эти деньги и смогу себе оплатить 6,5 месяца обучения. Да. Ну, кстати, работать сейчас я буду на выходных. Я себе перенесла, ну, как попросила, чтобы мне перенесли несколько денечков на выходные. Вот так. Ну что, идем по порядку, показываю. Сегодня было посвящение студентов. Я сегодня очень хотела снять видео, но, к сожалению, я только начала снимать, и мне сказали, стоп, здесь снимать нельзя. У нас политика нашей школы, что здесь, ну, съемки посвящения студентов делать нельзя. Ну, хотелось, конечно, похвастаться так, но сейчас вам буду показывать. Вот мне подарили вот такой вот рюкзак. Вот, смотрите, вот это название школы. Так, вот я показываю такой рюкзачок прикольненький, да. И в этом рюкзачке, так, показываю, бутылочка тоже с логотипом школы. Вот логотип города, в котором я живу. Так, дальше. Вот такая вот тетрадь для записей, тоже с логотипом. Прикольно, мне очень-очень понравилось. Да, и ручка где-то тут была. Так, где-то. Так, вот такая ручка тоже с логотипом. Ну, сейчас, вот еще раз давайте похвастаюсь таким рюкзачком. Сегодня торжественно. Вы знаете, сегодня было такое торжественное вручение, и мне так было приятно. Я просто, знаете, как вспомнила, когда еще давно-давно, в студенческие годы, тоже, ну, как было посвящение в студенты. Я прямо вот все заново пережила. Это настолько классно. Представьте, 55 лет опять стать студенткой. Это просто здорово. Давайте сейчас начнем по порядку. Сейчас вам все расскажу. Когда я приехала сюда, в Ирландию, английского языка я не знала вообще. Да, ну вот я не изучала ни в школе, ни в институтах английский язык, я изучала немецкий язык, да. Английского не знала, и английский стала я здесь сама учить в Ирландии. Учила по программе Polyglot, учила по программе Duolingo. Да, у меня были конспекты, у меня словарь был со словами, да. Далее я закончила здесь бесплатные курсы, да, здесь бесплатные, ну, как школа, курсы. Но они были очень-очень слабенькие, да, это такие социальные курсы, они были очень слабенькие, и то, что мне здесь не сильно понравилось, ну, я все равно благодарна, что хоть какой-то там процентик зацепила, немножечко знаний и оттуда, но сразу скажу, что я не знаю, как, вот, кто учился на бесплатных курсах, учитель очень, для меня учитель был очень слабый. Не было последовательности, и каждый урок он начинал с чего-то, не было последовательно. Вот мы закончили одну тему, переходим к другой, он как-то, как вот, то одну тему возьмет с одного урока, потом он решил о звездах поговорить, потом мы решили там, он решил природу пообсуждать. Ну, вот как-то вот все такое общее поверхностное было, а вот фундамента, конечно, естественно, он не дал. Ну, ничего, ходили мы для общего развития с девочками, послушали, ничего страшного. Вот.
И я все думала, как же нужно все-таки свой уровень английского повышать. И мне очень хотелось, конечно, учиться в профессиональной английской школе, где есть методика, именно вот методика обучения английского языка с нуля. Да, школа, в которую я поступила, там это интернационально. Здесь, кстати, между прочим, с Украины на целом потоке. Сегодня у нас было посвящение в студенты, было много групп, ну, как бы я поток назвала. И со всего потока с Украины была только я. Я одна, одинёшенька. Да, с Португалии, с Бразилии, с Чили, ну, стран 15 было, да, вот нам, честно, уже не помню всех, но стран 15 нам называли, да. Люди, кстати, приехали сюда, визы открывали, потому что Ирландия вообще закрытая страна, сюда очень тяжело попасть, они приехали специально по учебной программе, оформляли вот эти визы, и, ну, вот так вот. Так что сегодня я вливаюсь, было такое, как вот, ну, честно говоря, такой день, я сегодня шла, прямо аж не верила, боже, я студентка, мне так просто это, мозг мой немножко, как в таком состоянии немножко был, что я не могла поверить, что это свершилось, и это свершилось, да, мне это было очень-очень, как бы, радостно, приятно, и приятно еще вдвойне, что я могу сама оплатить эту школу, да, я здесь уже как больше, чем полгода работаю и продолжаю работать, да, я подсобирала и могу оплатить этот дорогущий курс. А работать я буду на выходных, так что у меня сейчас будет, я буду в будние дни учиться, да, учиться буду у нас как обучение целый день, и на выходных я буду работать. Но хочу сказать, что девчонки, мальчишки, вы не бойтесь, в видеоспортивные выходить будут, у меня будет выходной суббота. И в этот выходной я буду записывать сразу несколько видео. Да, сразу несколько видео. Я себе сделаю график. Я вообще сама живу по режиму, да, поэтому я себе сделаю новый график. И я думаю, что первый месяц я как адаптируюсь вот к этому, скажем, к этому режиму, да, и все будет хорошо, да, так что вот так, вот эту новость хотела сказать, так что жду от вас поздравлений, я студентка, и я очень-очень-очень этому рада, всех целую, обнимаю, люблю и желаю, конечно же, здоровья, еще раз здоровья, все, вам воздушный поцелуй, му-му-му. Ловите!